Happy holiday. Happy holiday. While the merry bells keep ringing, may your every wish come true. Доброе утро, день или вечер. Надеюсь, у вас все хорошо. У нас сегодня 21 декабря, и мы приступаем к очередному дню нашего адвент-марафона. Свеча у меня тут догорает, Christmas cookie. Так интересно, она когда... Вам, по-моему, видно, да? Когда она расплавлена, она совсем прозрачная. Воск вообще не видно. Так, поскольку свеча у нас уже горит, давайте обсудим аромат вчерашнего дня. Это был Wicked Good от Callaher Parfums. И я вам признаю в своей малодушии, что в массе я этот аромат после тестового пшика на руку наносить не стала, потому что, в общем, показалось мне, что не хочу я носить, что это слишком интенсивно для меня, поэтому я носила этот Wicked Good на руке и весь день его слушала, а на все остальное тело я нанесла свою новинку от Guttal, Nuit Confidences, получила огромное от них удовольствие, они оказались гораздо лучше мех, чем я думала, и раскрылись на мне всеми стадиями замечательной древесной ванили, включая замечательную базу а-ля герленистую. Великолепную. Это у Nuit Confidences. О них информации много. У всех они не, так сказать, в них недостатка нету. Ни в информации, ни в наличии. А вот Wicked Good, который достаточно редкий аромат, все-таки я для себя поняла, что вот эта марка Gallagher Parfums — это для нишевиков, для смелых, для бодрых, для поклонников нишевой парфюмерии, потому что все-таки даже несмотря на гурманский профиль многих их ароматов, они непростые в ношении. Конкретно вот у этого аромата Wicked Good, у него совершенно чудесный, замечательный старт, шоколад. Скорее такая вот батончик, шоколадно-сливочная помадка, вот что-то из этой истории со слегка, со слегка алкогольными аспектами, очень такой бодрый, радостный, узнаваемый, и потом вся эта история достаточно быстро на мне преобразуется в такую... практически как ванильная эссенция, не эфирное масло ванили, а вот как ванильная эссенция, аромат достаточно громкий. Мне все же там мерещится какая-то некая белоцветочность, то есть там идет явная совершенно медовость за счет чего-то белоцветочного и сдобность. И вот сдобный аспект ванили — это то, что не совсем... что мне как бы прикольно занюхнуть с запястья, но в чем мне, от чего я устаю, если нанести это на весь организм и вот ходить, именно вот этот маслянистый, сдобный аспект, это не мое. Аромат, на мой взгляд, не шоколадный на всем протяжении, он заявлен как шоколадный аромат. По-моему, там в нотах особо белых цветов не перечисляется. Но вот если вы знакомы с Солей Брулан от Тома Форда, то вот аспект белоцветочной медовости, который есть в Бруланте, вот что-то похожее есть и вот в этом Wicked Good. И, на мой взгляд, он не сидит постоянно шоколадом. Шоколад на старте сменяется сдобной ванилью и белоцветочной медовостью. Аромат интересный, интенсивный ли он для меня. Я не могу сказать, что он супер громкий, но вот как-то какой-то, знаете, от него вайб ароматов Lush. Вот самый ближайший его родственник в моей голове — это Vanillary от Lush. Вот чем он в результате на мне сидит. Поэтому
для эксперимента хорошо, я этот пробничек передам человеку, который любит шоколадные ароматы, чтобы человек познакомился с вот этим стартовым аккордом, но я более чем уверена, не знаю, не буду более чем уверена, я подозреваю, что они тоже согласятся, что он не шоколадный на всем протяжении звучания. Вот, если хотите сэкономить, Lush Vanillary, та же самая история, гораздо дешевле, но за минусом шоколадно-алкогольного старта. Ну, ради 5 минут, знаете, можно и шоколадку открыть и понюхать. Поэтому Wicked Good не идет в список желаний. Вычеркиваем. Хотя аромат прикольный, симпатичный, в своем роде интересный. Ну, можно найти что-то в этом роде подешевле. Давайте смотреть, что нам предлагает Янкис. Предлагает он нам такую большенькую свечу. Так, вот такая у нас свеча с ароматом. Это называется «Письма Санте». Ну, собирательный рождественский ароматец. «Twinkling lights, glowing evergreens, fresh snow. Can you feel the magic yet?» В общем, нам перечисляют, что огонечки мигают, елочки, значит, елят. Снег откуда-то у них, не знаю, где у них снег. Значит, вы уже ощущаете волшебство момента. Ну, слава богу, снега нет. Волшебство момента однозначно ощущаю. Так, давайте смотреть, что у нас с вами в Марксе и Спенсере. О, все. Полегли наши бойцы, теперь она такая будет их. Я, конечно же, эту косметичку использую для... Это целый потом ритуал, разбирать все, что накопилось за адвент-календари, рассортировать что себе, что не себе, и потом это все убирать. Так, у нас что-то, это у нас воск от орхидейной свечи, у нас что-то дико тяжелое, прямо очень тяжелое, прямо... Ой! По нарастающей идет у нас богачество. Это полноценный гель для душу. Вербена от L'Occitane. Великолепный аромат, хорошие свойства. Довольно очень. Оставляю себе на лето. Он, конечно, очень прямо летний, бодрящий, веселящий. И просто отличный. Пардон. Просто отличный айтем. Предмет, извините, чуть я вас трясу. Так, смотрим, что у нас в кейс. Что у нас в кейс. Увлеклась. Так, 21 номером нашей программы. Я, кстати, давайте посмотрим, у нас здесь 24 или 25. У нас здесь 24 по традиционной схеме. Без экстра денечка. Так, я пока искала 25, забыла искать, что искать-то надо на самом деле 21. И все, нашла. Вот он, 21. Тут нам пишут календула, экстракт, тоник. Это вот такой их тоник со шметушами. Тоник со шметушами. Мне, честно говоря, вот это... Вам видно ошметыши? Вот, да. Мне, я понимаю, что они призваны изобразить натуральность. Мне нравится тоник, но не нравятся ошметки. Мне, естественно, мне лень, но каждый раз, когда у меня бывал этот тоник, сама я не покупала. Именно из-за ошметков он у меня всегда был в каких-то наборах, подарках, чем-то таком. У меня всегда было желание взять ситечко и процедить его. Вот, ну, естественно, до этого никогда не доходило, но тоник хороший, ошметки бесят. Так, давайте смотреть, что здесь у нас. Так, что-то сиреневенькое, это что-то симпатичное. От бренда Glow Recipe, который известен своими
фруктовыми такими вариациями на тему ухода за кожей. Там у нас арбузное что-то есть, еще какое-то. Это у нас с сливой. Сливой, гиалуроновый крем со сливой. Очень интересно. Ой, ну какая милота. Это, конечно, девочкино счастье. Посмотрите, как миленько. Давайте понюхаем, что ли. Крем, кстати, я почему-то ожидала, что он будет гелевый, а он вполне себе кремовый. Аромат очень такой нежный, ненавязчивый. Не могу сказать, что он какой-то конкретно фруктовый или так с фруктовой отдушкой. Но вот такая милота. Там, кстати, немного внутри крема. Не обольщаемся. 20 мл всего. При упитанных щеках это на 4 использования. Ну, шучу, конечно, не на 4, но тут немножко. Но зато красивая коробочка, красивая баночка, все дела. Мне кажется, этот бренд в основном инвестирует в форм-фактор. Хотя свойства самих продуктов неплохие. Ну, скорее для молодой беспроблемной кожи. Такой, ой, где-то у меня затерялась одна ячеечка. Так, давайте смотреть, где же у нас... Не здесь, значит там. Так, вот вижу, 21. Так, от бренда Zellens маска, обновляющая маска, моментальная. Подзарядка, перезарядка. Вот такой адекватный объем. Ой, простите. Да что ж такое-то? Извините, что-то у меня уже... Рука эта самая сбита. Так, что пишет? Многофункциональная маска. 5% лактобионик кислота. Еще 5% лактик эсид. То есть это, я понимаю, у нас... легкая, нежная, кислотная эксфолиация и, скажем так, преображение за счет легкой эксфолиации. Но сегодня очень неплохой уловчик, а в принципе все очень даже симпатичное. Давайте смотреть, что у нас сегодня по еде, по питанию. Что у нас по питанию? Так... Где же мы 21 нашла? Так, смотрим. Что-то такое. Так, что это такое? Так, это еще один отдел с цукатами. Пардон, цукаты я не употребляю, я их положу в такую, короче, вазочку с конфетами, которой пользуются люди, которые употребляют все. Вот, вазочку с конфетами. И в связи с тем, что давайте будем честны, Натуре невероятно красивый календарь, но его содержимое, с вами распаковочка сегодня, его содержимое, прямо скажем, дикого восторга не вызывает. То есть как бы все очень миленько, все как бы очень даже ничего. Хорошо, что есть с кем поделиться, потому что вот одна я бы это дело не... Поэтому сочувствующие поклонники нашего с вами формата, меня лично, прислали нам утешительный приз. Как это открывать? У меня чуть в последнее время вот с открытием этих коробочек проблемы. Так, все, нашла. Нашла, как открыть. Поэтому мы сейчас с вами откроем посылку. Оп. Так, под рубрикой «К чаю». Посмотрите, какая нежность. Посмотрите. Это прям свадебный вариант.
В сумке холодильник, в коробке холодильники. В коробке холодильники тут у нас лед. Лед. Все, собираем. Это, к сожалению, вот очень много картона. Ну ладно. Ой! Ну что, открываем? Распаковка. Тут вот прям готовая коробка для духов. И мы эту нежность волшебную распаковываем. И у нас тут все как положено. Без глупостей, без, я так понимаю, флёрд-оранжей. Дайте мне прочитать, что здесь нету флёрд-оранжей. Нет, флёрд-оранжей нету, все хорошо. Здесь у нас фисташка, это моя самая любимая на свете. Шоколад, это повезло моему мужу. Мужу аж 3 макароны достанется отсюда. Дальше у нас малина. Это я люблю. Ваниль. По-моему, да, ваниль. Кофе и соленая карамель. Вот. В общем, сегодня мы будем праздновать наконец-то тем продуктом Ладуре, за который, собственно говоря, Ладуре мы и любим. А именно макарончиком. Спасибо моим дорогим любителям меня. Это прямо шикарно. Ой, это у меня цукаты развалились. Но цукаты я потом в вазочку положу. Это просто супер-дупер. Сегодня у нас будет то самое, за что Ладуре любим и знаменит. Вот, а на следующий год, знаете, у меня была такая, не была, а есть у меня такая идея. Попробую я пойти по пути разумного потребления и ехидства одновременно. Потому что есть еще один бренд с люксовыми макаронами, помимо Ладуре. Это бренд называется Пьер Эрме. Их макароны, ну, может быть, даже и лучше, чем Ладуре, может быть, на одном и том же уровне. И я думаю так, оставлю-ка я коробочку из-под Ладуре, и загружу-ка я на следующий год макаронами Пьер Эрме. Как вы считаете, это хорошая идея? Я считаю, это отличная идея. Потому что я пытаюсь найти... загружать придется двумя партиями, чтобы они свежие были. Но я пытаюсь найти гастрономический вариант календаря, чтобы мне все из него нравилось. Потому что, вот как выяснилось, по чаям я, в общем, особо экспериментировать уже не стремлюсь. Горячий шоколад, слишком сладко каждый день. Ну и вот это вот все. В общем, попробуем. В общем, пишите, если идея дурацкая, если вы не хотите смотреть на макароны Пьер Эрме из календаря Ладуре, но мне кажется, прекрасный нестандартный подход к гастрономическому календарю. Так, сегодня у нас 21-е, соответственно, мы открываем 20-е. Ведь логично, правда? Правда. И у нас еще один аромат от Giardini di Toscana, и он называется Rosso Radice. Так, обязательно его сегодня поношу и вам расскажу. Вообще, пока такой предварительный вывод по этому дому, Giardini di Toscana, что... Ароматы этого дома для меня все носибельные. Вот какой-то вокруг них вайб, их легко носить. Твоя группа, не твоя, влюбишься или не влюбишься, это другой вопрос. Но вот они как-то сделаны для людей, которые скорее на люксовой парфюмерии воспитаны. Это для меня комплимент. И мы поднимаем тост. Поднимаем тост за... исполнение желаний
за наших личных Дедов Морозов. Это самое большое богатство в нашей жизни, иметь людей, которые нас знают, любят и о нас заботятся. Самое большое богатство. Но даже если вы свой собственный Дед Мороз, это тоже прекрасно, потому что, собственно говоря, мы должны быть и сами с усами, и если сам себя как следует не окружишь вниманием и заботой, то и другие тоже не будут к этому стремиться. В общем, давайте за то, что мы были окружены заботой, вниманием, подарками, сюрпризами и прочими замечательными знаками внимания от себя, от друзей, от любимых. В общем, чтобы таких людей, которым не все равно про нас, включая нас самих, было как можно больше. А мы увидимся с вами завтра. Пока-пока!